Всем привет! Сегодня у меня на столе авокадо. Авокадо. Другое название аллигаторова груша. Ну, груша это я понимаю, скорее всего из-за форм. Но почему аллигаторова? Предположительно, это из-за зеленой кожуры, которая напомнила испанцам кожу аллигатора еще в 16 веке. Именно тогда семена и ростки авокадо были завезены в Европу. Родиной же его считается Мексика и Южная Америка. К нам этот вкусный фрукт, который богат полезными веществами, экспортируют в основном из Израиля, Бразилии и Мексики. Он появился в нашей стране сравнительно недавно, но уже успел покорить сердца людей, которые придерживаются правильного питания. Сложно переоценить пользу, которую этот чудо-плод может принести вашему организму. Благодаря содержанию такого минерала, как калий, авокадо очень полезен для сердца и сосудов. А витамин Е, которого в избытке в этом чудо-плоде, предотвращает старение клеток. Важно, что в аллигаторовой груше содержатся фитовещества, которые способны уничтожить злокачественные клетки. А витамины А и Е волшебно влияют на здоровье кожи и волос. Целебное авокадо широко используется в кулинарии. Особенно хорошо оно сочетается с блюдами из морепродуктов. Также из него делают салаты и соусы. Маслянистая мякоть и необычный вкус не оставят равнодушными даже самого прихотливого гурмана. На сайте FreshMart вы можете найти несколько сортов авокадо. Такие как авокадо 18, его вес от 200 до 250 грамм. Авокадо 14 немножко побольше, от 250 до 300 грамм. И авокадо 12 от 300 до 370 грамм. А также авокадо Хасс. Кожица авокадо Хасс имеет непривычный для авокадо фиолетово-черный цвет, а мякоть бело-желто-зеленая. Вес одного плода может быть от 150 до 300 грамм. Именно его мы сегодня и попробуем. Перед употреблением плод разрезают пополам вдоль косточки и проворачивают две половинки в противоположные стороны. В центре плода содержится несъедобная косточка. Если авокадо средней спелости, такое тверденькое, оно может горчить. Достаточно добавить немного чеснока и горчинка уйдет. Чтобы авокадо дозрел, нужно положить его в бумажный пакет с яблоками. День-два и ваш авокадо будет готов к употреблению. Но когда вы его разрезали, мякоть быстро темнеет. В этом случае поможет сок лимона. Нужно сбрызнуть мякоть, и она не будет темнеть. Но у меня нет сока лимона, сбрызну соком лайма. Хранить разрезанные авокадо нужно в холодильнике. Спелым авокадо можно просто намазать кусочек хлеба. Мякоть такая маслянистая. Вкусная. Вкус такой. Будто бы масло с зеленью. Очень вкусно. Если это видео было вам полезным, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. И я съем еще больше. И все для вас. Все ради вас. Я вообще не люблю есть. Но для любимых подписчиков. Ой.